Господи. Нету бафов, короче. Значит, надо дать бафы. О, кстати, о, можешь еще духов дать? Нет, стой. Ну да, кинь обмен еще одну, да, он несет 4. На духи, на миллиграмм. Ох, сейчас на 4, прям на книгу рекордов. Ох, это что? Не, пусть лучше мне веселочка дает этот кулак. Ладно, веселочка, дай, пожалуйста, Тигаре кулак. Поставил лут. Все вроде написали, кто на кого ролит. Звездочка в рейде. Давай, туда, там на капу я получал уже вроде два раза на КД. Да, забей на эту открытку, это уже перебор. Или Суслятинка брал открытку. Давайте спрашиваем. О, нет, на у меня шип. Так, черный лимон не забудь дать с, рост на сурке с пула. Ну, на смешно. Да, я вижу, он подтвердил готовность и после пула просто перестал двигаться. Прикольно. Играйте в шипы. ВК что-то пишет. Гоните, значит. Отбегаем все к воротам. Так, РДД босса, милики, шипы бьем. Шипы в центре должны быть. Давайте, собрались. Все в шипы играем. Милики в шипы. Три хила сейчас идем. ЛТ, два гимна отхил. Сакру, давай. Рейд погибает. Надо гимна отхил дать. Три хила идем. Беда. Поиграйте. Так, три кнопки умирает смертью храбрых. Играйте в шипы. Поверни, пожалуйста, ребро от рейда. Чего вы стоите под боссом? Вы же умираете от костереза. Сбейте ханта сзади. Кажется, что уже поздно. Я кастую огненный шар в ханта. Чё там шаман написал? Вылетело? Никто не вылетал. Костик, Рамка, ты тут в РК? Напиши что-то. Раз, два, три. Алло. Ну. Кто первый на осколке? Пункс. Неплохо. Так, шаман куда-то пропал. Поиск РДД. Разглядеть источник истинной силы. Так. Ну, куда-то вылетел шаман. Подождем. Я пока бит трэш, может он зайдет, он вылетел. Почему он так всегда практически происходит? Зашел. Вижу. Нормальная тема, кстати, вот этот аддон как раз будет чекать на сурке. Кто использует истерию и так далее. Правда, правда, потом персонажи пропадают. Это аддона. Честершип, ты можешь убрать вот этот кровавый доспех, божественная защита. Настроить аддон так, чтобы просто было заметно, кто кидает сакру и нарыл все. Истерии, триксы, ПС. Там вот там можно как-то настроить.
видел же, что люди линкуют только ПС, истерию, например. Или это не тот одно? Ох, сейчас свершится. Сможет ли Каноп дать 16500 за АДК? Я на том КД дал, короче, с погони 18200, блядь, АДК. Ну, пинов с аккаунта, конечно же, не будет. По сегодня мы запечатлим это все. Пока топ АДК в гильдии это 16.8. Кажется, да, 16.8. Да, 300, 16.8. Да, 300 топ АДК. Давай. Так, давайте рыбу поставим. Кушаем. Да хуёво, что у меня педоклассы. Слева. Не переживай. Так, милики. Слева РДД, справа 2 БДК слева, то есть Кноп, спекайся, танка поможешь, трэш подержал. Хорошо, спекайся, Джулиан, спекайся, ты справа протопал. СС кидай на копытца. Пристабал дайте еще. Рамка готов, рейди чек. Фантастика готов, так, смотрим дальше. Наурус готов. Черный лимон. На пол первого психопанца, да? Да, давай так. Спасибо, что пуляете раньше времени. Трэш играем. Невыгодно с вами бомбу раскидывать на трэш, умирает до бомбы. Давайте контролим миликов, луну надо законтролить. Сразу приоритет контроля милики, ханты, потом все остальные. Еще тут 7 дпсик. Давайте в трэш играем. Сейчас будет опять контроль. Проклятие надо здесь пылить. Переводим леди на пул на психопанк за контролем квадрат. Квадрат это энг. Умирает сейчас. Так, выводи в центр босса сейчас. Честера не убейте. Спасибо вам за то, что убили. Даркскар, молодец. Копытца поднимать Честера. Переводим. Играем все в трэш. Escape нажали по леди. Сыграйте в трэш. Дайте бафы по рогу. Крестобаф, краску, кулак. Играйте в трэш. Смотрим за духами. Духи сейчас выйдут. Духи выходят. Убежали. Круто, на мне проклятие. Уводи леди с подзаконтрольных людей, пожалуйста, быстрее. Отбегаем от духов. Давайте в трэш сыграли. С другой стороны трэш. Контроль скоро будет. Не забываем про контроль. Контролем миликов. Квадрат надо законтролить. Луну это ретрик. Луну законтрольте, пожалуйста. Луна ретрик. Так, три кнопки. Агро. Есть глыба. Напуливайте на второго БДК. Все пошло по жопе. На психопанкса на пул надо было дать. Так, охламончик. Поднимай три кнопки. Аркона Лестера. Элестера. Играйте пока в леди. Все, теперь в трэш играем.
Давайте в трэш. Встали, стрелы нет, встали. Все в трэш. Проклятие, диспейте. Опа! Своровал силу вампира с трэша. Забейте трэш. Да не забей, пожалуйста. Это тот момент, когда можно ничего не релить, оно все самоубивается. Как-то странно, даже никто духов не хлопнул. Да хоть, просто. Просто бог знает, что мы на рекорды пошли, да? Так. Кольцо. На мейн. Держи веселочка. Смотрим. Психопанц. Ниже. Давай в обычке сделаем квест уже. Ты в обычке можешь на гелибом делать. Бля, не думал, что вы будете в обычке еще это слушать меня. Так. Ну а если серьезно, квест мы не делаем в обычке, Гири. Ну если я ирелю, то этот квест не делаем. Давай, мальчики тебе. Ну пока пойдем на корабли. Зачем тебе это, да, фармончик, скажи мне? Ты там, ну, 10 спектр. Ему бруха нужна. Забей ты на эти 5 недал. Следующую неделю уже сделаешь себе это 10. С ВСА сходишь, там и по две вещи сразу. Переживай. Давайте ранцы берем. Бля, вот так все нормально прокает на трэше, там корова, хоста, сука, сейчас на сурке будет прокать крит, блин. Вот увидите. Иван. Да. Занимайте пушки. Надо сразу запустить время. Ребята, меня жена бьет. Так, блок. Пухая оборудование. Божественный. Берете все ранцы. Да, три кнопки. Я забываю все время что-то это обновлять тебе. За много давно не играл. Крывато вот там, ты 10 прок. Привет, Войт. Уход в тень. Привет. Опа, вообще. И все, да, это ваше приветствие, да, классно. Ну как эти ковбои, знаешь, шапкой вот так. Веселочка, если ты дашь 19 к за ретрика, то получишь плюс 500 ЕП. Это с учетом того, что за следующую неделю никто выше тебя не даст ДПС. Помолчи. Экран закрутился. Давайте на мага идем. Сейчас выйдет. Он, блин, уже пришел. О, нет. Сколько там у Фрост ДК, короче, рекорд, кстати? 12.6. Топ-код гильдии Фламба.
Да. Летаем. А Dead Deser уже не играет? Наверное, нет. Честер Шир, а что с гильдией Украины случилось? Не все уже? Распались? Ты давно их не видел. Уехали в Польшу на заработки. Куда перешли, неизвестно. Погнали бить мобов, мага. Его отвлек, он стрелять перестал. Скоро... Скоро для гильдии останется здесь, наверное. Джиперсы, еще кто? Вот, наверное, да. Кто, блядь, знает, как камеру сделать, чтобы она не выравнивалась, когда я лечу, блядь, ранцем этим? Ну, я после сурка скажу уже. Ладно, давайте, переводите быстрее. Эти слова вам помогут быстрее переводить. Алло. Чё? Как выровнять-то? Как сделать, чтобы она не дрычилась вот так вот, ну, когда я летаю? Тарлок сделать. Без понятия потом. 7 секунд до взрыва. О, дамага, давайте быстрее. Все, убили. Так. Хилы у кого-то есть? ДД спек. Чем больше РДПС, тем лучше. Наверное. Черный лимон у тебя есть, Энах? У тебя есть, ты, конечно... Уроните кого-то, то это будет печально. Но я смеялся сейчас насчет меток, а не насчет энха. Ну ладно. С пула 3 метки будет. Ладно. Да, давайте лут, забыл лут. Запускайте сурка пока. Короче, какой-то хлам выпал. Я заберу. Так. Герои, будьте начеку. Блядь, только что. Выпью духи. Момент истины. Олег. А сейчас кто-то обосраться с ДПС. Дайте-ка мне кто-то на АП быстренько. Не забывайте, пожалуйста, бить трэш, а то мы пойдем сейчас. Славик, тебе, блин. Да. Сейчас где-то. А, прерогатива ШП, 4 пальца на трэш и сова, 2 сова есть. Чем больше ДПС трэш, тем больше ваш общий ДПС, вы не теряете никакого ДПС. Наоборот, это вам будет в плюс даже. Я без триксов с ПСом давал 20к, почти 21к. Погодите, а пусть Энх ставит тотем на МП5. Так, я выключу РК, чтобы сосредоточиться. Вот так. Поразролим уже потом вещи. Прости бахнуть. Смотри,
метка упала. Минута молчания. Ебаный плащ. Так, ну чё там по аккаунту? Херово всё вышло, наверное, да? Похороним тебя, как подобает. В награнде, рядом с матерью. Плащ. На кого отдавать? На друида или на демона, да? Да, с дубль 2. Демон или друид. Не, ну тут друид уже, ладно. Есть у кого-то аккаунт? Какого вообще квеста? Можно же, пожалуйста, 12 человек, или лучше 15. То я всех заношу в список. Каноп 16-350. Так, смотрим. Ёбаного. Смотри, тут 22 и 6. Рекаунт. Здесь 22 и 4. Здесь 22 и 3 вообще. А что удивительного? Где правильно? У меня правильно сам. Это как то же самое, если ты спросишь, типа, а какое время правильно в Москве или на Украине? Везде разное. Оно же, оно же в разной временной параллели записывается. Ладно, идем на чуму. Это самая параллель, по которой Джерен боком ходит. Почти. Но кстати. Тут еще зависит от того, сколько СПД давал демон, кстати, да? Нет. Давайте, завоеватель. В прошлом рейде без клятвы Гер и без священной Т-10-3 дал 19 фунтов. Так, смотрим. Гомеопатия 9 ПР. Успокоенный 1, значит. Гомеопатия. Вот 20 кадров, ё-моё. Неплохо. Оно бы вроде как... от топа ДК, не? 3,16,800. А, ну всё, тогда не топа ДК. Да блядь, метки роняете. Не упала метка, было бы все четко. Да там не метка, там трэш убил. Говорю, типа, тут зависит от прока. Воля прокнула на криту, блядь, как ты дашь ДПС? На этом... Так, давайте пролим вещи. Кому-то там с кораблей что-то надо было. Аркона тебе бесплатно боты можно дать, это мусор. Азапы. Азапы не мусор. Ты на офф или на мейн ролишь? Из процентов тогда. Я понял, как эти тапки отдавали, блядь, за КП нах. Очень жаль. А какой вообще ДПС? Я что-то не посмотрел там. 360. 334. Ой. Не знаю. А в пятницу, когда жили, ну сколько у нас вообще был? Да, Войтпо. И что? Тут типа плюс том, вот смотри, там, например, я варам дал 18 слишком там, блядь. Вот. Ну, бля, я там. 350 на выход. Без нихера. Без истерии, без триксов, без нихера, блядь. Тобой дал 20 истерии с триксами там, я не знаю, блядь. Нет у меня ничего. Ну, это точно.
Войд пистом был в том рейде. Ты кому кидал психопанк с истерии? Мне он кидал. Ходит этот Войд. Войд больше надамажил, чем этот хилик, да? Да. Это, конечно, будет отпад. Я лучший вар в мире, вы чё? Только проскулись, что? Это просто я лично не врывался в воронку хуй, блядь. Вот только после никчёма. Да нет, так не мог себе, чё мы. Ладно, давай потом Войд это, сходим. С одним следующим годом воронку. Только со стена, хоть все, блядь. Я буду первый. Придумал себе сказку. Вот охламончик, что ты пишешь? Алло. Тебя сейчас сломать или попозже? И чего за ненависть друг к другу? С чего она начала? Скажи. Хламончик, что ты любишь так Войда? Кто не может объяснить, с чего начался конфликт, да? Смотри, что пишет. Короче. Пиши эту фигню, Войд тоже не пиши фигню, не говори фигню игрока, ладно? Ну, нормально спросил, сейчас его сломать или потом? Ну, вы сейчас играете просто на публику. Я вообще не знаю, у него просто в голове ничего-то не в порядке. Можешь ему написать ПМ, и хламончик то же самое. Тогда не отвечаю. Удачи. Это бессмысленный трёп, чем вы сейчас занимаетесь. Это пользы никакой не принесут. Ладно, погнали. Так, на рейнже. Вальди Тигара слева от босса. Альтея Куман под ворот. Аркона Хламончик справа от босса. Пич и Крематорий позади босса. Чек. Куман готовит рыбный пир. Только не сагрите босса, потому что БДК АФК. Все, макрос не пол. Отведи подальше, пацаны. Рост. Шаман, рост. Глоба есть? Отлично. Господа, перебегайте. Идите за лужей. Так, лужа слева. Альтея пропадет в лужа, встанешь обратно на том же месте, где стояла. Лужа пропадает, возвращаемся на то же место. Честерщик, прожми кош, возвращайтесь на то же место. Сейчас будет блевота. Мацева вовремя отбежала. Глоба сейчас в луже.
Это отойди чуть правее. Соломончик и Аркона, правее отойдите. Гара, левее, потом отойдешь. Пойдет лужа, отойдешь левее. Так, новая лужа. Рамка, не выходи, куда ты выходишь? Иди под босса, ты хил, тебе надо хилить нормально. Забирай большого слизня в мини-зоне. Так. Новая лужа у ворот. У диспельтика три кнопки, у него нет глыбы. Кимори, что ты тут делаешь? Сейчас будет блевота, набирайте раньше. Рамка, скажи мне, что ты делаешь? Почему ты стоишь в РДД-зоне и хилишь рейд? Чтоб мы блевали потом. РТС, диспель себя. Лужа слева от ворот. Раньше наберите 1 секунду до блевоты. Рамка, ты в РПК сейчас? Новости, народ! Снова ужасные новости, народ! Гниломорт сдох! Вуди ГЦ. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого! Никому я еще не передавал. Потрясающе! Я не могу атаковать эту цель. Рамка, ты здесь? Раз, два, три, Рамка, ты в РК? Почему ты не отвечаешь на вопросы? Тихо сделано. Ладно. А нет времени уже выяснять это все. Чек. Никто не падал, только на маму, чек. Ну, короче. Метки сносим. Эти споры. И человек блюет. Нормально. Так. Веселочка, давай в метку. Альк, ты тоже. Thank you.
Что с рамкой происходит? Вылетел. А что там происходит? Сдохни, ты гнилин. Ну, это понятно. Я уже не играю сейчас. Я про рамку. Что-то мне этот чел не радует. Если это, короче, этот мах такой коро, то можешь его менять, и в натуре это вообще. Мага кора там нет, так что прикол не получился, чувак. Ну он тоже топорный, этот мах кору. Это скорее не прикол, а траур. Топорный, блять. Да ну в натуре, ну вот этот кору, что он вчера такие коры отмачивал, что я просто хорел там. Ты, кстати, вчера нормально дал совой. Да, вчера не было совой. Или позавчера. Джест, это ж не ты разве? Нет, Джест сейчас на Вивальде сидит, это суслядина. А я вчера сову только докачал. Оля, ты слышишь? Оля, тебя не слышно, если что? Слышите, а у кого остался этот рекаунт Суркалин? Кните, пожалуйста, мой урон по способностях. Так, а сейчас слышно? Да, слышно. Да. Я не вижу никого в луте, чтобы передать вещи. Кто может пойти полутать вещи? Давай я сбегаю там в суд. Держи. У меня никого в пати не вижу по добыче. Там кто-то ролит он КПС. Сколько там мой пэт надамажил? Передай танкопоезд психопанку. Сейчас запилю. Поставьте пока шкаф там. Мне кажется, этот шаман просто вылетел еще на него. Так он тухлым, он не сбегался, короче, даже на споры и сдох. Ролите перчатки вот эти. Ладно, кому нужно. Ролите там новых. Веселочка, ты на мейн на кого ролишь? Нужны шаманы перчатки, а? Не, это мусор. В РК есть кто без рейда сидит? РДД или шаман? Полипал.
зайду на шамана. Мага Никикой. Перекинь какую-то патику. Лучше на эрдруза нет. Нет, эрдру и хэпилист в АДЦ есть. А шаман один. Я забыл написать, на кого я ролю. А, ладно, не буду ролить Алик. Просто похилю вам. Столько поробовал исполнить на шамана. А кто вот этот такой Коро? Ма. Коро? Да, потому что он страшный косячник, короче. Но сегодня не косячил. Почти. Короче, из-за него вчера вайпнулись, короче, на профе. Ну, он дох, короче, он нагнили его тоже так же, как вот эта рамка. Я сказал встать в мелизону, он на ринже там бегал. Вот. Не знал просто, что делать. Видите, там установка связи идет. Вивалди там просто этот сидит, короче, ФСБшник, блядь, собирает на всех, блядь, показания. Да. Сейчас захожу. Не сейчас. Пати Андрик сюда. Через час будет Челси МЮ. Класс. Да, да, это как, ну, это вот этот футбол английский, это то же самое, что смотреть, блядь, мувики вой. Да лучше посмотреть гей-порно, блин. На ту. Наоборот, АПЛ самая топовая лига. Блядь, объясни мне, я вот недавно спорил с типами, короче, по поводу самой топовой лиги. Я им показал, как их топовая лига, блядь, отсасывает как в Лиге Чемпионов, так и в Лиге Европы, блядь. Тьман, еще раз. Если во внутреннем чемпионате топовый. Суманите еще раз этого шамана Анрикса. Сейчас еще ретрик зайдет. Начнем тогда. Не, ну я скажу честно, типа, Войда видосы, вот если бы я не играл Вов там и начинал только, может, я бы их и посмотрел. Если там не было Войда голоса. Так, блядь. Голоса Война. Ты когда-то смотрел там, блядь, на мувиках некоторых видно, как Вой там, блядь, просто бегает, блядь, со стороны в сторону. Делает какую-то хуйню. Ну не на всех там, но есть там такие мувики. Адепты развалил. Кажется, это я адепты развалил. Да. А кого-то Лена ТВРК? Так, веселочка, тогда давай ты бафаешь кресты полностью, а Фьера будет... Ладно.
Кулаки бахать. Черный лимон, ставь тотем на природу, а я на каст буду ставить. А что, энх ведь есть, пусть ставит энх. Ну или энх там. Без разницы уже, три шамана в рейде. Блин, я думал, мне джиперсы и никнуты, оказывается, такие же петушки. Судя по рейчату. Давайте еще интеллект и лапу. Все, есть. Весь столик. Психопанк, сможешь пулять. Так, вы уже в мини-зоне, отходите. Топайте по профу, 87. 86. 85. 84. Играйте все в зеленого сейчас. 82 уже в профу. Все в зеленого сыграли. Успокоенно, забыл сказать тебе, кидай проклятие косноязычия на слизней, ладно? Успокоенно, передай чему главное. Все, переводим профа. Так, на ком зеленый дебаф, сразу к столу ушли. Будьте потом сбегаться зеленые к звездочке, когда вас откинет, ладно? Все, вы сыграли по... Жизнь. Отбежали в звездочку, на ком зеленый дебаф. Отбежали быстрее. Отбежали. Плохо, отбегаешь. Минус 4. Молодец, черный лимон. Сразу вставай. Не тяни время, а то я. Ах, не повезло. Классно. Ладно. Аркон, подымай черного лимона, хламончик, три кнопки, копытца Честера. Для кого я говорю про звезду? Залили все три инера черному лимону. Сыграли сейчас красного слизня. Ты так водишь, блядь, это просто пизда. Давай, давай гимноману. Уводи профа сейчас оттуда, потому что там появятся колбы. Милики не смогут отбить зеленого слизня. После колб поведешь босса как раз в то место, где он стоял ранее. Колбы 5 секунд. Слава, три кнопки. И это не на анбафе. Убежали от пельменей, в звезду стали играть в зеленого быстро. В звезду отбежали, до кого говорю. Убегайтесь в цель зеленого. Убегайтесь к локу. Все. Надо раньше прожимать портал лок. Не было таких неожиданностей. Стопайте по профу 40%. Надо сыграть в красного. Стоп по профу. 39. 38. Или менее. Убегаем. Красного сыграли. После колб поведешь профа к столу. Переводим профа. Колбы сейчас. Бежали миники. Бежали пельмени. Не умрите только. Так, давайте, на ком зеленый добавка к столу. Звездочку, например.
черный лимон, поставьте тем на силу природы. Когда вас откидывает, бежим в звезду в центр комнаты, не как черный лимон. Где-то у стола стоит. Отбегайте в звездочку, быстрее. Повезло. Смена цели красного. Все, не будет. Отлично. Зазергали. Называется. Не веди профа никуда. Ты видишь, что колбы уже прошли. Можно постоять. Все, забирает профа. Троп. Бежали. У кого есть дереги на диван? Ну, давай на звездочку кинь, пожалуйста, диван. Пельмени, да. Колбы, пельмени. Все, не надо вести пробу никуда, колбы пришли. Раздавай лут. Там на копаре. Сейчас я раздам. Ладно. Ну труп, кинь на себя тогда лут. Пускай этот раздай ты, у тебя права есть. Ну я танчить пойду. Не знаю, тогда, наверное, надо мне рела передать. Что ли? Колба ролика нужна. Если до мага не будешь заходить назад? Так как кто будет хилить? Некому хилить. Кто вышел на топку? Дигли. У меня нету прав здесь, короче, даже. Накидывай 300 гп. Вот, а накиньте 300 гп дигли. Кому-то нужны обычные завоеватели-защитники. Представляете? Да, пуля, хилы здесь. Войт или Вуди, накидывайте ГП 300 дигли. Здесь нету прав. Я накинь. Дай играем дальше. Подождем, пока Войди спадет. Колба. Ты что? Подождем, пока Войди колба спадет. Бляй. Ой, господи, ладно, так надо начать. Там звездочку, кружок по контролю кто-то, пожалуйста. Thank you.
Наура, сидишь? Давай. Давайте покушаем. То есть ставьте шкаф. Ты первый ППР на этот плащ. Надеюсь. Там, кстати, Айфриз, он не в рейде, я так понял? Или в рейде кем-то? В рейде. А. Давайте кулак по роге. Быстро метраж залили. 3 минуты до персы. Дайте бафа по ДК, я пошел пулять уже. Что там, лапу еще можно по ДК дать. Давайте набираем сразу дистанцию. Будет вихрь, на вихре сакру. Черный лимон кастую уже сейчас цепуху по всем людям, чтобы был баф 10% из урона. Уменьшение дамага. Наверное, что это работает здесь. И, наверное, надо было кидать, ладно. Вихрь скоро. Давай сакру. Так, на грани. А, кстати, сколько Джулиан дал ДПС на сурке? Падает бомба. Давайте заново вихрь. Рейндж набрали, милики особенно. Разбежались быстрее. Классно, да? Хорошая тактика. Блин, Рога прожимает этот ложный выпад, 50% урона срезает. Там, не знаю, фурики, что там, глухую оборону, ретрики, срезку. Никто не умирает, никуда не разбегаться. У нас еще ДЦ есть, что-то здесь все равно прошибает. Мелизон еще тут. Наурус, ты встанешь? Так, ладно, если я откатила БР, копытца Честера, Аркона Науруса, Хламончик Дарксакара. Дарксакар, вставай, тебя рысали. Бафы по Роге, Эмху, Вару. Талдарам идет. Дается рост. Пристаба в лапу. Эффект. Ремонтори глыбу. Вихрь, рейндж набрали, давай сакру. Не повезло, короче, с вихрем. Поднимайте кинетику. Бля, хламончик, в чем проблема? Черный лимон тоже. Уже РДД не милит. Рейндж набрали опять. Прольется кровь. Моя
чаша полна. Насладитесь болью и прольется королева. Блин, как-то не повезло. Сразу идет шарик от Алдорама, смена цели и вихрь. Но проблема в том, что ты за собой умираешь от этого вихря. Да там просто, понимаешь, чем ситуация была, блядь, ДК, ну, уперся в стену и держал возле стенки. Ну, я начал отбегать, но куча миликов, блин, и, ну, мы не успели набрать реально. С одной стороны вихрь, ну, стоял, это что откидывал, с другой стороны, ну, можно было бежать только в одну сторону, ну, и все побежали от босса в одну сторону. Просто ДК, ну, не надо держать при стенке, потому что, ну, потом некуда отбегать и остальном рейду. Я на первом вихре вообще урона не хапнул, когда, ну, было куда уйти. И это проблема танкования. Ты бы там тоже по сторонам посмотрел, везде эти воронки были. Ну это вот именно эта проблема. Это, ну вот именно, я не бежал на воронку, я бежал от воронки, ну, там вообще выбора так-то не было, потому что сзади стенка, бомбу в одну сторону, а там... А там стоят РДД и хилы, просто, ну, ты на профи не особо танчил, а тут, ну, это косяк на лицо, это, ну, не милики виноваты. Это вина танка сейчас. Бери у меня сало. Сало. Ну, сейчас за миликов не говорил. Если РДД умирает от вихря, на вас бегут 3 милика, наверное, надо от них тоже отбежать, а не стоять и кастить. К воротам. Ну ладно, я на самом деле не знал, где там там начал груз. Ну он просто в натуре, он его держал, там не было там с одной стороны спираль, с другой стороны стена и, блядь, а тут куча РДДшек. Типа, ну все побежали туда. Да куда я тебе пройду? К РДДшкам бежать, что ли? Их раскидывай. Ну вот именно что. Ну так вот именно пол рейда миликов и упало за раз на секунду вот так, потому что не было куда, там плевать, РДД или милик. Ты получаешь от РДДшки такой же урон, как от милика, который рядом стоит, так что плевать. Ты отбежал ты туда или не туда, ты получил урон тот же самый. Вот и все. Или ты этого не осознал, ну, не понимаешь. Куда отходить надо будет, ему так и не сказал. С одной стороны воронка, с другой стороны милики. Ну так тебе надо было вывести на ступеньки, держать ну, босса вообще на ступеньках. Вот с тех пор, как сделал я этот вихрь, надо держать так, чтобы можно было разбежаться в разные стороны. Это плюс для миликов. Ты себе, конечно, ты себе стал возле стеночки, чтобы тебя не откидывало, ты стоял на месте, я понимаю. Ну, типа, нужно, ну, это уже так не канает, это уже так не работает. Надо, ну, приспосабливаться к смене тактик как-то. Тебе не кажется? Какой смене тактик? Ну, видишь, вихрь начал игнорировать броню, теперь по миликам прилетает, теперь надо постараться, чтобы милики не умирали. Почему-то я вчера вот собирал рейд, я ходил протопалом, я танчил двоих, и у меня ни один милик не умер. Почему-то. Вот. Я танчил двоих. А у тебя половину миликов сдохло. Здесь, короче, много факторов. Да это милик виноват. ДК неправильно встал. Милики неправильно отбежали, щитков, наверное, тоже не было на всех, вот и все. Давайте кушать рыбу. Да вообще, я не знаю, как они должны умирать. Куча места для них есть. Чик. Дайте баб по 100.
по Фьера. И по Паладину. Зеркало Андерская. Ну, молодец, психа. Зачем ты ретаунтил? Да. Так, надо подумать. Что-то пал, погри, почему я танчу босса, блядь? Стоять, так, утроб. Давайте напулим сейчас на утроба. Конок, прожимай власть да и заходи под босса. Будешь ОТ. Психа передашь топ ДПС серу укус. Потому что сейчас психопанк стаунтил, на нем укус. Бак там сбегаетесь. Ты таунтил, потому что на тебе не было бы укуса тогда, если ты не таунтил. Потому что не надо грить до танков. В частности, Каноба касается. Ну, в частности, это был таймер, я пульнул по таймеру, блядь. Юлиан, давай заходи под босса, включай власть сюда. А, нет, почему-то на психопанксе зеркало. Так он и будет так, да? Ну так на нем, если на нем укус, он спадает. Зеркало есть, он же ближайший цель. Ну, покусать не надо, и все. А, да, все правильно вы говорите, я уже туплю. Просто МТ будет утроб теперь. Коллег, я отойду, короче, пока мне нужно спуститься в подвал. Давайте, рейндж набирайте. Саку, МТ, гимн отхил. Так, если я не ошибаюсь, укус идет человеку второму по агролисту, верно? Значит, во время пола кто-то был первым по агролисту, босс на него сагрился, а психопанкс либо, не знаю, сретаунтил, либо на него напулили. В этот момент босс повернулся на него и после... Вот и все. Зеркало было не на ОТ, а на Варе Даркскаре, который побежал впереди всех почему-то. Вот. Тоже все пошло по пизде. Так а при чем зеркало к получению укуса? Ни при чем. Вот. Такое. Зеркало ж не влияет на ДПС. Просто кто-то был первый в агролисте. Не ДК, который танчит босса, а кто-то другой.